С добрым утром, ребята! Сегодня пятница, и в пятницу получилось такое, что я еще валяюсь в кровати, а мне диспетчер забирает груз. И я беру с собой кофе, я беру с собой два яблока, дрон, камеру захватил, оделся, цепи вкинул, и все, и попер. Куда едем? Едем на пикап, едем в Монтану, забирается груз в Калиспел и идет на Кент, Вашингтон. Прикиньте, какое везение просто. Я сегодня забираю груз оттуда, куда мне нужно будет во вторник завозить. И доставка этого груза в понедельник. А в понедельник мне нужно быть на загрузке, правда, вечером, но получается, что мне проплачивается мой путь до пикапа с этим грузом. В общем, очень классно получается. Я только тогда получается, что еду 250 туда, 250 опять домой, а платят, как будто бы я еду намного больше туда и обратно, понимаете? Проеду пол дороги и заплатят мне столько, сколько платят обычно за целый путь. Вот к такому событию, с такой благодатью я буду работать сегодня, и не мог я не согласиться к такому благословению просто. Это просто чисто благословение, ребята. И все. Я еду, мне будет 500 миль вот эти вот проехать. Платят 1200 за этот груз. Ну ладно, если уже так считать, что если бы в понедельник другого не было, тогда, ну, все равно. Туда-обратно, получается 500, 300, 300, 600. В общем, все равно нормально он бы платился бы. Но, как я вам говорил в предыдущем видео, у нас такие цены, потому что обычно это просто груз идет туда и обратно. Как бы односторонний груз. Второго не будет. Второй будет через неделю, две, три, не знаю, неизвестно. А кто будет на диване сидеть, платить за страховку и остальное все, и ждать 2-3 недели груз? Это просто невозможно. Из-за того у нас такие завышенные здесь цены, потому что грузов мало, грузы редкие. Да, бывает, мы даже их не выиграем, потому что какой-то Вася сюда приехал тоже, и ему повезло. Вышел груз, и он его хоп, и за полцены той, что я даю, забирает и едет, может, на Сиэтл. Такое тоже кое-когда бывает. Но в основном они знают, где мы, кто мы, и все такое уже, знаете, не первый год делаем это дело. Компания уже существует 8 лет, так что обычно нас хорошие наши знают, где мы, чем мы занимаемся и какие грузы мы берем, и примерно какие цены нам у нас будут, даже наперед они знают. Так что в основном, когда звонят, предлагают груз, по-любому перезванивать уже они не будут. В основном не перезванивают. В основном груз забирается и говорят сразу на месте, все, он твой. Так что вот такие вот дела. Что, завезли немножко машинок, да? Я вижу. А то было пусто у них. Кашлять хочется. Немножко, совсем немножко. Kia пустая. Porsche. Что там Porsche? 7-10 машин у Porsche тоже, и все. И пустой. Сейчас проедем Mercedes. Я думаю, Mercedes тоже пустой. Такие вот дела, ребята. Машин нету. А покупают всякую ерунду, чтобы лишь бы парковка пустая не была. Я был Mercedes смотрел. То у них там и доджи, и траки, и джипы, и что хочешь просто. Я говорю, а где ваши машины, где Мерседесы? Говорит, нету, просто нужно парковку чем-то, что-то на парковку поставить, чтобы люди не проезжали мимо и хотя бы хоть кто-нибудь заезжал. Вот к чему прикатилась Америка. Все. Едем дальше, я могу, не могу дождаться увидеть, где будет снег. Я погоду проверил на перевале. Перевал мокрый. Похоже, что, ну, пошкрябанный, мокрый, поливают его, и кое-где местами, наверное, такой уже как бы утоптанный ледик. Но будем ехать, будем смотреть. Я надеюсь, что они будут шкрябать. Тем более, вот мне 5 часов туда, 5 часов обратно ехать будет. То я буду назад уже ехать в темноте через перевал.
и надеюсь, что будет все благополучно. Ну, цепи взял, комбинезон свой взял тоже. О, забыл сказать, комбинезон взял. Такой комбинезон у меня есть, чтобы когда лежать на полу, чтобы, ну, хотя бы что-нибудь было там, знаете, чтобы спина не лежала на снегу под курткой. Едем, 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 ребята. Так, Рома, где ты? Я тебя ищу, не вижу пока. Сейчас посмотрим, или ты тут есть. У меня тут друг должен быть. Так, 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 так. Это, чтобы вы знали, ребята, это источники, горячие источники. Сейчас поищу. Вот тут парятся, вот здесь вот все переделали, все красиво сделали. Там больше, чем один бассейн, но Ромы нету, машины нету. Рома! Сейчас будем звонить Роме, спрашивать. Если поднимет, тогда будем понимать, что его здесь нету, потому что сервис будет через 1.5 мили примерно. Когда на трассу выеду, тогда появляется связь. А без связи не дозвонимся. Ладно, нету Ромы. Что сделаешь? Поехали мы дальше по своим делам. Ну классно, ребята, вот смотрите, такие домики с этой стороны были, с той стороны на реку выходят. Красотища. Я обычно проезжаю здесь ночью, можно сказать. А ну вот, вот люди отдыхают некоторые. Я думаю, с той стороны классно там, ну, хотя здесь ближе к ресторану и ближе к всем делам. Ну, что такое там сесть в машину и приехать через дорогу, в общем. Вообще не сложно. Вот так вот. Ну, нету, нету Ромы. Все. Сейчас будем замечание делать ему, спрашивать, где он есть. Друзья, вот что вы можете сказать насчет Монтаны? Вот по таким вот дорогам ездить, да? Ну, уже сколько я не езжу, сколько лет. И днем, и ночью. Ночью свое. Здесь
А вот днем это свое. Ночью ты едешь и в переживании все время, а днем едешь и наслаждаешься. Не было бы Монтаны, да, не было бы у меня что делать в последнее время, потому что, не знаю, ну как не было бы, можно было бы ехать бы дальше, можно было бы ехать на Калифорнию, как бы если сильно нужно было бы ехать, то в принципе можно было бы ехать, но так, чтобы как я, вот, частей дома бывать и все остальное, ну, такого не было бы, это 100%. Там выходят грузы там с Бойзи на Калифорнию, выходят грузы там с Портленда на Калифорнию, потом обратно оттуда на Бойзи, как бы вот такое вот. Но неизвестно, почем они тоже еще идут. С Бойзи то мы знаем, например, там, как бы с одной стороны оно неплохо плотится, но, не знаю, на Калифорнию пока еще, ну, желания у меня нет уехать. Тем более там все намного жестче с вот этими масками, с карантинами, с всякими запретами, а здесь, вон, смотрите, как низко облака, я уже очень, почти полдороги проехал в облаках сегодня, вот такие вот красоты здесь, свободно, один ты, пару машин кое-где всего лишь, и все, так что, ребята, Монтана, да, не знаю, как для кого, для меня Монтана, очень прибыльная получается. Очень прибыльная. Да, бывает они как бы, ну, дешевеют, бывает. Ну, я думаю, из-за того, что кто-то находится, что здесь именно стоит или ближе стоит. Или просто кто-то неопытный уже долго простоял, приехал, думал, что груз будет, а его нету. И вот появляется груз, и все, он на всех парах. Он бы его уже и за бесплатно завез бы, лишь бы уже двинуться. То, я думаю, только в таких ситуациях. Прям 4, сколько там, 43 мили осталось. We'll be right back.
Скажи, я груз получен, груз принят, привязан, все. Привязал вот такой ящик 175 паундов. Никуда не денется, никуда. Газуем отсюда. Вот, ребята, это здание такое небольшое, да, я загрузился, все. А, что везу, написано Aerospace Hardware. Aerospace Hardware. Какие там, может, болты или что-то, которое для чего-то, что идет в космос. Может, из-за того они бешеные деньги платят за этот груз, я не знаю. Но вот такое вот. Blue Origin. Ну, посмотрим, что такое Blue Origin. На доставке спрошу, что они делают и как это, ну, что почем и зачем. А сейчас, я думаю, я буду ехать и искать себе, где кто мне сможет отбалансировать колеса, потому что ребята уже задолбало. У меня уже в мозгах такое творится непонятное уже. Не знаю, сейчас быстренько диспетчерам вышлю информацию с этого. И все, и газуем. В общем, не нашел я, где отбалансировать. Все здесь заняты. Я думал, маленькая деревушка здесь, а никто не занят, но оказывается, все заняты. Костка сказали, аж в... На Black Friday сказали. Это в районе Thanksgiving. В общем, здесь я вот поел, сейчас еду домой, выезжаю уже. Не отбалансированный, буду опять трястись. Вот, ребята, смотрите, что у меня случилось. Вентилятор сдох на печку. В этих спринтерах такая проблема с этими вентиляторами. Что-то они долго не служат. Я на прошлом, наверное, два штуки поменял. Смотрите, что творится. И на предыдущем тоже менял был. О, ничего не дует. Будет только дуть, знаете, когда? Когда ехать буду. А стоишь, то все будет запотевать. Вот такие пироги. Где его найти? Заказывать онлайн нужно. Ждать на следующей неделе придет. Ребята, прикол. Плохо, что за мной никто не ходит. Оператор не ходит с камерой за мной, знаете? Чтобы бывало, записал прям как она есть. В общем, стал я намазать вот этой ерундой себе стекло. В общем, нашикал и вытирая, выбегает этот мужик, который работает, что-то там покричал и назад идет. Я говорю, что ты сказал на него? Он говорит, а эти типа либералы берут и мои наклейки сдирают с колонок. Я говорю, какая наклейка? Он говорит, вот это вот. А у него вот такие наклейки вот. Байден, и написано I did that. Я это сделал. И он так вот лепит прям на колонку и пальцем вот этим вот показывает на цену, типа, что цена дорогая, и Байден это сделал. Написано I did that. И это самое, говорит, это они тут, либералы, все приезжают, сдирают мои наклейки. А я говорю, слушай, я ничего не сдирал, хоть я из Вашингтона, то ничего не сдирал. Он говорит, да, я знаю, говорит, классные ребята есть в Вашингтоне, на тебе наклейку, вот мне дал. Я говорю, классно, я в Вашингтоне, говорю, и повешу ее. На самую дорогую колонку, когда заеду, я вот это вот повешаю. Он там развеселился такой, довольный стал, полные штаны радости у него, что такая будет наклейка уже на другой помпе, совсем в другом штате. В общем, развеселил я его. А мы едем дальше. Намазал. Я взял, напшикал от этой ерундой, что мыть стекла. Прям ей и помазал. Хочу, чтобы оно немножко вошло, не вытирая пока. И все, газуем. 233 домой. Мало еще проехал. Ребята, информирую вас. Воскресенье уже сегодня. Ночь, выехал в 7 вечера. На доставку мне ехать там 4 часа примерно. И будем выгружаться утром. Так что ночью нечего снимать. Просто вам сообщаю, что все нормально. Груз в порядке, и я... На ночь, в воскресенье, как и планировал, так и выехал на доставку. Так что встретимся с утречка.
общем, товарищи видели, я выгрузился. И точно, это были запчасти в космос. Они делают всякие детали, которые идут в космос. Так что такие вот дела. Очень легко, я приехал быстренько, хоп-хоп. Он говорит, сейчас я приеду на форклифте, сейчас тебя выгружу. Я здесь вот жду, пока я выеду. И с той стороны все едут. Может, мне лучше прямо или вправо, а потом... А в общем, я тут выгружался вчера, ну как, приехал сюда и смотрю, у них там хорошо освещено было, написано tires, типа колеса. Не по центру можно выехать. Написано колеса. Я сейчас сюда заеду, сделаю себе баланс. Пускай мне сделают баланс хороший. Увидим, как долго здесь ждать и тому подобное. Сейчас посмотрим. Все равно мне ждать. Так что, выгрузка произошла нормально, вчера в горах было классно, а сейчас здесь 67, прикиньте, смотрите на погоду, 67. Так что, такие делишки. Все, ребята, я даже за полчаса оттуда выехал, мне сделали баланс, ребята очень быстрые, шустрые, их там много, не один, как обычно, знаете, в таком маленьком шапик, типа, в захолустике каком-то, то один или... Один работает, один смотрит, как бы, если второй есть. А здесь все быстренько сделали мне. И все, я еду сейчас в Макдоналдс, возьму себе кофе. И не знаю, буду или спать, или сидеть, ждать следующий что-то локал. А то у меня до 5 времени вообще валом сейчас. Так что такие делишки. Я не знаю, я думаю, лобби закрыто. Здесь такая канитель, что... Закрыто. Обычно inside lobby, что не можно заказать внутри. Что здесь написано? Так и написано, что ли? Drive-thru only. Да? Написано drive-thru only. Вот так вот. Ладно, drive-thru, значит, будем ехать в drive-thru. Кофе же нужно купить. Что будем кофе покупать. А вам спасибо за просмотр, ребята. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Если хотите с нами работать, там в описании будет email адрес. Высылайте email, вышлем вам application и заполните, будете ездить. Будете деньги тоже зарабатывать. Так что все. С Богом, счастливо. Встретимся на следующем грузе. А он уже у меня будет сегодня в 5 вечера. Счастливо!